Сочинцы, по данным налоговой службы, задолжали городу около 450 миллионов рублей. Это долги по имущественному, транспортному и земельному налогам, собранные, по которым средства идут непосредственно на нужды города Сочи. Сейчас на курорте активно ведутся работы по сбору долгов. На сегодняшний день наиболее эффективным способом взыскания задолженностей по имущественным налогам является ограничение на выезд. Данная работа проводится сотрудниками налоговых инспекций службы судебных приставов. Некоторые налогоплательщики узнают об этом непосредственно на границе, когда их или снимают с самолета, или не пропускают за пределы Российской Федерации. Только за август и сентябрь этого года таким способом удалось собрать около 20 миллионов рублей. Тем не менее, общая сумма долга сочинцев в десятки раз выше. Избавить людей от длинных очередей и неудобств, связанных с посещением налоговой, призваны дни открытых дверей, которые в эти выходные пройдут по всей стране, в том числе и в 4 районах Сочи. Налогоплательщики, которые не получили квитанции на уплату налогов, либо которые имеют вопросы по начислению и уплате налогов, могут обратиться в инспекции по месту нахождения объектов собственности. Специалисты отдела камеральных проверок помогут разобраться в сложных вопросах налогообложения. Кроме того, все желающие смогут подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц». Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях города 18 сентября с 8 до 20 часов и 19 сентября с 10 до 15 часов. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.